Два человека погибли в аварии, которая произошла ранним утром 1 сентября на северо-востоке в Петропавловске. По предварительной информации, «Мерседес» ехал со стороны города Елизово в Петропавловск. Машину занесло, водитель не справился с управлением и автомобиль перевернулся. Погибли водитель и пассажир машины. Еще два человека пострадали. На время работы следователей дорога была закрыта для движения.